Юмористическая феерия для тех, кому за, продолжается. Михаил вновь ведет в курс дела. В 1010 году Ярослав Мудрый проездом основал город Ярославль, а через 9 лет стал великим киевским князем. Итак, 1019 год, Киев, к Ярославу Мудрому приходят ярославские коммунальщики. Низкий поклон тебе, князь Ярослав. Стой, не унижайся. Почему? Мы коммунальщики, пусть перед нами унижаются. Ну, здравствуйте, православные. Не торопись, наша организация скорее противоречит заповедям христианства. Что за организация? Мы из Ярославского ЖЭКа. Ну, из города, что ты основал. Что Ярославль основал, помню. Но ЖЭК я явно не организовывал. А ЖЭК никто не организовывал. ЖЭК самоорганизовался из хаоса. Хаотично развивается и к хаосу уже стремится. И каков итог этой сомнительной эволюции? Большая черная дыра. Где? В бюджете. Так, что приехали? Да когда? Ты нам за коммуналку торчишь. Город основал, уехал, мы тебя 9 лет искали. Да, если ты за жилье не платишь, мы его сжигаем. Что за методы? Ну не знаю, придумали, пока в плацкарте ехали. Почему в плацкарте ехали? Где ваши кони? Ну, одного мы загнали. Как? Цыганам. Ну, чтобы билет в плацкарт купить. А второй ушел в вагон-ресторан. И что? Его в тамбуре никотином закапали. Какой ужас! Ванька, писарь, пиши закон. Запретить курить в тамбурах. Ярослав, а у вас что, до сих пор указы на бересте гвоздем царапают? Ванька, да убери ты свой гвоздь. 10-й айпад изводишь. Ну и за что я вам должен? Так это, за воду, за еловый сбор, за газ. За газ платить не буду. Ну хорошо. Это еще почему? Ну мы что, токсикоманы из-за газа конфликтовать? Вот, вот как хорошо получается. Давайте я долг погашаю, берем девчат, едем в баньку, эту неприятную историю забывать. Нет, Ярослав. Почему? Потому что историю помнить надо. Четвертое ноября, День народного единства, концерт на Красной площади, Николай Расторгуев. Значит, Николай, там сейчас Стас Пьеха выступает, потом группа «Пилигрим», потом выйдет архиерей, ну, осветить сцену, потом вы поете. Споете, скажите что-нибудь о любви к России. Это что, типа все говорят? Ну да. Ну а что я скажу? Там же вся площадь, эти наши, эти молодая гвардия, эти местные... Им же вообще наплевать, что я скажу. Они стоят флагами, машут, глаза стеклянные, семена им кинь, они клевать будут. Вот смотри пример из толпы, иди сюда. Кто ты? Я девочка. Ну говори, девочка. Я так люблю Россию, страну, в которой я родилась. Я люблю ее природу. Все дубы, все березы, каждую веточку. Каждую веточку власти, судебную, исполнительную, законодательную. Я люблю нашего президента, и мне нравится, что он будет править 6 лет. А может, в императора его? В императора его, правильно? Учишься где-то? Да, в школе, в 11 классе. Но не ходишь на учебу? Конечно, каждый день митинги, но я была 1 сентября на уроке России. Вот ты знаешь, откуда она здесь? Вообще без понятия, откуда ты здесь? Да это, маски с его дернули, 40 часов не спала, текст дали, я задолбила по бумаге, теперь хоть на броневик лезь. Вот знаете что? Устроили из нормального дня народного единства какой-то псевдопатриотичный кислотный шабаш. Николай, вы такой непозитивный. А если я чекуху из кармана вот так достану? Так, очень даже позитивный. А так? Нет. Позитивный. Нет. Это тобой чекуха так манипулирует? Это у нас всей страной чекуха манипулирует. Это подожди, это Медведев чекуха? Не-не-не-не-не. Но если бы в бюллетене была чекуха, я бы голосовал не за Медведева, а за чекуху. Ну и вот оно, в общем-то, лицо российской оппозиции.